Русские этого просто так не оставят, прольется много крови. Да, и у нас мало времени, чтобы взять ситуацию под контроль. Генерал Шепард? Акаров первым нанес удар. Он уничтожил тысячи людей на своем пути. Только мы знаем, что это был Макаров. Но теперь нам никто не поверит. Нужны доказательства. Пойдем по следу. Алехандро Рохас. Не знаю такого, сэр. Он же Алекс Красный. Он стоит за этой атакой. Одна пуля становится причиной ярости целого государства. А это значит... Это наш ключ к Макарову. Так, всем снова привет, с вами снова Рейнджер. Мы продолжаем проходить Call of Duty Warfare 2, операция Охота, день 4, сержант Гарри Роуч. Номера те самые. Вас понял. Сообщник Рохаса появлялся? Нет. Машина останавливалась. Типичная бразильская машинка. Адекватно. Снова остановилась. Оставайся на связи. Это же наш русский ВАЗик. Да, серьезно. А вот и он. И похоже, эти ребята совсем не рады его видеть. Роуст, у нас проблемы. Ути-пути. Давай, давай. Пошли, пошли. Так, все, пошли. Быстро. Так. Побежал. Ну, давай, прикрывай его. Быстрее, вот его вижу. Почему-то быстрее не могу бежать. Почему? Гоуст. Тихо, Гоуст. Все, в ногу попал. Это надолго. Бери Мита и Ройса и найди следы Рохаса в трущобах. Он направлялся туда. Поехали. У негра было такое испуганное лицо. В трущобах полно гражданских, поэтому смотрите, куда стреляете. Ну конечно. Иначе здесь никак. И, убери отсюда этих штатских. Пошли вниз. Это самая нелюбимая моя миссия. Ну что ж, давайте фастом. Так, пошли, пошли, пошли. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Да... Фак, ребят. Это пипец, честное слово. Ладно, давайте здесь теперь медленно будем. Походу, по этому краю лучше всего пойти. Он самый безопасный. Они уже так стрелять начали, да, засранцы? А ну, прошу, вон он. Тихо, тихо, тихо. Нифига себе, тут трое застряло. Так, давай побежали, побежали. Иначе никак. Так, тихо, бежим. Оха, yes. Мы не дадим ему повернуть обратно. Иди вперед и постарайся перерезать ему дорогу. Пошли. Подкрепление ждать некогда. Пошли. Удачи. Огонь. Тихо. Они тут у тебя дома. Берегись назад и ударов из вот угла. Пипец, ребят. Я так давно не сливался. Ну, теперь хотя бы мы отсюда бежим. Давайте-ка. Пойдем. Пойдешь один. Удачи. Огонь. Так, тихо, собачка, тихо сказал. Сказал тихо. Собачки, блин. А вот здесь, ребят, придется, походу, очень тихо идти. Ну, фейлы у меня здесь приветствуются, потому что я так-то средненько играю. Средненько, потому что играю, ну... Эта миссия вообще мне никогда не нравилась, потому что она слишком фейловая очень. Откуда-то сверху долбит из гранатометов и пулеметов! Так что здесь, если вы будете снимать, то вы много раз зафейлитесь, если вы, конечно, не профессионал. Ополченцы наседают, но я все еще слежу за Рохасом! Так, тихо. Он пошел в здание! Коуз, ты его видишь? Нет, блин, не вижу, слушай. Так, тихо. Сейвимся быстро, сейвимся. Тихо, тихо.
Тихо. Пока не делаю большой прострел, я посижу в туалете. Издеваешься? Не давай ополченцам задержать тебя! Видаешь, что по-твоему я должен... Я его потерял! Голд, ответь! Вижу его! Пытается уйти переулками! Давайте-ка... Вас понял! Следы за ним! Так... В жопу мне пулю! Не вздумай стрелять! Он нужен нам невидимым! Так... Быстрее! Я так быстрее бегу, но ёперный театр. Давай. Давай. Yes. Миссия пройдена, ребята. Я прошел ее. Всего лишь два фейла. Удачи.